Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X3. Ремонт задней части. Итак, это у нас основное повреждение. Заднее крыло решили поменять. Окей, сначала разбираю заднюю часть. Задняя часть разобрана. Перед тем, как удалить заднее крыло, мне нужно вытянуть его. С вытяжкой я закончил, теперь удаляю крыло.
Мятое крыло удалено. Теперь добуду крыло с донорского куска. Теперь у меня есть нужная деталь. Устанавливаю ее, примеряю и выравниваю места соединений. Крыло подготовлено, устанавливаю и привариваю его.
Сварочная работа закончена. Теперь устанавливаю детальки задней части. Итак, моя работа закончена. На эту работу ушло 22 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!